Вот. 27 декабря 2020 год. Харьков. Вот только через такие прорехи в облаках и получается снимать луну. Пока наведешься на нее. О, а вон у нас кратер Аристарх. И... Вот он, кратер Аристарх. Вот это кругленький, аккуратненький, 100-километровый в диаметре. Это кратер Платон в самом верху кадра, посерединке. Ну, вот движение Луны относительно Земли. Ну, или вращение Земли, как угодно. А эта прекрасная линия называется линия терминатора. После полнолуния это линия вечернего терминатора, а до полнолуния, то бишь сейчас, вот смотри какой кратер Аристарх. Вот это белый слева, он один из самых молодых, 60 миллионов лет ему. Тучки, 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 ну а что здесь ваше? А вот посередине не пуп Земли, но пуп Луны. Кратер Тихо. В честь датского астронома Тихо Браге, по-моему. Все. Ничего не трогаю. Может попробовать резкость. Не надо пробовать резкость. Надо попробовать тучи развести руками. Как это получилось 22 декабря. Да. Ну, в общем-то, вся надежда на то, что вот здесь у нас образуется прореха в облаках, и мы таки увидим Сатурн с Юпитером, сблизившиеся. Но пока, ну, вон есть там какая-то надежда на просвет. Но пока это чистое небо до сюда доберется, есть у меня подозрение, Юпитер с Сатурном нырнут за горизонт, за горизонт событий. Ладно, будем ждать. Луна уже спряталась. А пока 27 декабря 2020 год, Харьков, 16:00 по Киеву. Уже должен быть виден Юпитер и Сатурн.